Добрый день, с вами Виктор Казаков. Я являюсь инструктором по выживанию, а вообще вырос и родился на Кавказе. Полюбил горы, походы в пешие походы, начал ходить, увлекаться. Ну и в какой-то момент стал инструктором, сдал на инструктора. Накопил большой опыт по нахождению в дикой природе, как себя вести. И поэтому был организован экстрим-тур «Я живой». Прошло их 6 сезонов. Были в тайге, были зимний вариант, был на необитаемом острове, близко к экватору. Был даже детский экстрим-тур. И сейчас мы планируем укороченную версию, легкую, лайт. Это на 3 дня повыживать в дикой природе. Я научу вас добывать огонь без спичек, без зажигалок несколькими способами. Расскажу, что можно есть, как это все условно съедобное можно превратить в съедобное. Ну и, наверное, самое главное, это как выйти к людям, остаться живым и поверить в себя, в свои силы. Для этого мы в эту программу включаем одни из самых лучших тренинговых моментов, набранных со всех мировых лучших тренингов, которые включили в эту программу, и в них будете понимать ценность умения работать в команде. Да, есть мнение, существующее мнение, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. На самом деле это обман нам. Сам все сделать сложно. Гораздо легче это сделать сообща, сплотившись командой. И большинство из вас думают, что я владею этой информацией, и оказавшись там, у меня все получится. Но знаете, знать и уметь – это две большие разницы. Знать по YouTube, как разводится костер, и на деле, как это разводится – это как два берега одной реки. Они полностью противоположны. В этом туре мы как раз пройдем с вами все эти стадии, и вы поймете, в чем отличие знать и уметь. И это умение поможет пробудить в вас именно тот стержень, который заложен у нас природой. Что все, что тебе нужно для жизни, всегда есть, потому что оно находится все в тебе. И самое главное – это вера, и не потерять веру в себя. А для кого наш тренинг? Этот тренинг для тех людей, кто готов шагнуть за горизонт, выйти из зоны комфорта, вытащить себя на новый уровень, и открыть опять, открыть, прокачать свой внутренний потенциал. Ну, я это к тому, что, скорее всего, это предприниматели. Да, в первую очередь это для тех людей, для предприимчивых людей, которые именно идут туда, именно прокладывают те маршруты, которые не для всех, которые предпринимательские. Такая жилка это и отличает от всех остальных, что все туда не пойдут, а пойдет именно тот предприимчивый человек, который протопчет этот новый путь и который опять будет на высоте, потому что он пошел опять за горизонт, за свои возможности. А возьмем ли мы девушек? Девушек в этом туре, да. Почему бы и нет? Мы по жизни всегда идем бок о бок, рядом. И мужчины, мне кажется, раскрываются перед девушками лучше. А девушки, я понимаю, что для девушек
русская женщина – это та, которая в избу горящую зайдет, коня остановит на скаку, а в нашей жизни что-то мало стало бегать коней по улицам, и избы не так часто горят. Поэтому, наверное, девушкам тоже хочется все это внутри себя опять пробудить, опять сделать. А что человек возьмет с собой из снаряжения? Из снаряжения можно будет взять с собой ту одежду, которая будет на вас, и нож. И как, и все? Да, без палаток, без спальников, без спичек, без вредных привычек, без интернета. Окей, Google, это животное съедобное или ядовитое? Без всего этого. Все есть в вас. Все, что нужно, необходимо для того, чтобы жить и быть счастливым человеком. И неважно, кризис, пандемия, либо доллар в два раза стал больше стоить. Важно, что вы есть, и важно, что вы все равно счастливый человек. А как будет проходить тренинг? Тренинг будет проходить в пятницу после работы. Вас воруют с вашего места работы, одевают черный мешок на голову. Хотя нет, наверное, будет проще. Нужно будет прийти к памятнику «Пермяк соленые уши». Там, да, вам закроют глаза, чтобы не иметь представления, чтобы потерять дезориентацию. Вас вывезут на автобусе, подождут, пока он уедет, уведут с дороги в лес. Там снимут повязку и начнется выживание. На третий день мы с вами выйдем к людям, и там нас будет ждать праздничный ужин и баня. Ну и что может сейчас сделать человек, который принял решение или которому стало интересно? Оставлять заявку? Ловите момент. Если вас сейчас эта информация взбудоражила и зацепила, знайте, это вам мир опять дает шанс взять все в свои руки и опять сделать это навстречу своей жизни, своей судьбы. Почувствуйте, вами мозг командует и говорит, что делать, либо вы управляете собой и своим будущим. Поэтому не откладывайте, оставляйте заявку и получайте этот тур в вашу жизнь. Памятку путешественника. Да, и кто оставит прямо сейчас заявку, он получит для своей жизни памятку путешественника, в которой будет описано все необходимое, о чем бывают путешественники забывают. Ну, поблагодарим. Спасибо. До скорых встреч с предпринимателями всего края.